Всем привет! Это наша любимая игра. Правильно, это все же наша родина. И что ж, ну давайте начинаем. Битва за урожай еще идет вовсю, но в нашем союзе никаких битв, только мирные переживания. И то по игре. Потому что все битвы уже прошли, осталось только у одного человека одно задание. Ну, конечно, нас было очень много. Нас было аж трое. В этот раз еще один человек наш уходит в отпуск, но добавились новые игроки. Мы открыли наш союз, сейчас союз временно открытый. Туда может прийти кто хочет, если вы достигли 45 уровня. Желаете играть, делать 5 заданий по 500, то да-да-да, добро пожаловать в наш союз. О, у меня увели туриста, какое счастье. Да, между прочим. Я не знаю почему, но очень часто захожу по соседям и удивляюсь. Никто не выгоняет своих туристов. Давайте это видео посвятим именно туристам. Давайте рассмотрим нашу территорию туристическую правильно. И оценим все как этот. Смотрите, даже вот часто вам в игре надо инструменты. Инструменты нам дают кто? Туристы. Да. Для того, чтобы турист принес нам инструмент, нам нужно за ним очень хорошо поухаживать. В основном это 3 задания. И только выполнив 3 задания, он нам что-нибудь даст. Но почему мы должны это ждать? Ведь мы можем делать все умно. Мы хорошенько прокачиваем свой кораблик. Вот обратите внимание, сейчас загрузится. Мой кораблик находится, уровень яхты 10. Я могу за раз увести уже 9 человек. В идеале... У вас получается, когда полностью прокачанная яхта, вы можете 10 человек брать каждые 2 часа. Вот прошло 2 часа, пошли у кого-то напионерили, чудесные, сразу получили подарки. Во-первых, очень хорошо для подарков, для уровня, для денег, для всего. И плюс, правильно, в битве за урожай есть такое понятие, как обслужить 20 туристов полностью. Или вам полностью обслужить 20 туристов, которые хотят, смотрите, вот улучшить яхты, мне уже надо много всего. Но я пытаюсь собрать. Вам надо, смотрите, сделать по 3 задания, да? Или пробежался по соседям, на пионере, видите, у меня есть такие, по одному. И все. И вы сделали задание налегке. И вам не надо для этого особо прилаживать усилия. Так, сейчас давайте сходим, посмотрим, где чего есть. И все пособираем и отдадим туристов. У меня намного лучше стало, конечно, с сухариками, вот как-то вот все равно. Но, в принципе, стало намного лучше. Я вот за эту битву 2 раза брала туристов, делала. Почему нет? Вот, правда, проблематично пробежать по соседям и чего-нибудь собрать, потому что не все этим занимаются. Не все вообще туристов вообще этих выгоняют. Выгоните своих, которые слишком много хотят. И пойдите взамен возьмите чужих, которые почти ничего не хотят, которые очень скромные и порядочные. Так, мне надо куда-то деть. Куда-то деть свои яйца. Так, это сюда. Один сахарок. Так, блин. Ладно. В общем, вы все поняли, да? Качаем своих туристов. И это будет прекрасно. Просто чудесно. На этом наше коротенькое видео закончили. А потом мы сегодня еще поиграем.